Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні будемо говорити про Курську операцію і, власне, про чеченців, ахматівців, що вони там роблять, як там роблять, чому Абті Алаудінов, їхній керівник, не хоче їх вимінювати. Ну і, звичайно, стрільба в центрі Москви. І до чого там також представники Кадирова. Наш гість з радістю вітається громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ламаєв. Муса, здравствуйте! Да, добрый день. Да, Муса, в первую очередь хотел бы, наверное, все-таки начать наш разговор с того, что два дня назад в центре Москвы произошла стрельба. Все, кто интересуется, да, знают, что есть маркетплейс большой, Wildberries, там какие-то есть разногласия владельцев, как-то пытаются там Бакальчуки, Татьяна и Владислав между собой поделить бизнес. Ну, почему мы сейчас это вспоминаем? Потому что на сторону Бакальчука, и это уже известный факт, два дня назад он пришел с какими-то неизвестными людьми в центре Москвы, бизнес-центр, началась стрельба, есть убитые, есть раненые, и много уже по фотосведениям есть представители именно Кадырова, там наближенные люди. Вот у меня вопрос, Муса, насколько, если можно так выражаться, кадыровцы обнаглели, насколько они себя бескарными сейчас чувствуют и насколько они имеют зеленый свет от Кремля и Путина делать в России все, что хотят? Но насколько у них карт-бланш на то, чтобы совершать такие действия, которые случились сейчас буквально в двух шагах от Кремля, мы увидим. Последствия имеется в виду всего этого, потому что с одной стороны в этой разборке присутствуют кадыровцы, с другой стороны представители другой наших соседей, ингуши. Вот. Но ничего такого нетипичного в этой ситуации я, честно говоря, не вижу, потому что долгое время российская власть позволяет кадыровской структуре вести криминал на всей территории России, так сказать. Вот. Не имеется в виду, что они ведут его вот, самолично и бесконтрольно. Непосредственно, когда нужно какого-то бизнесмена прижать, у кого-то что-то отобрать, фигурируют кадыровцы. Да, Муса, если вспоминать также визит Путина в Чечню, когда началась Курская операция, когда зашли силы обороны Украины в Курскую область. Путин как-то не очень переживал, да и сейчас не очень переживает за Курскую область. И тогда он как раз уехал с визитом в Чечню. Он встретился с Кадыровым и много делал фотографии со всем семейством Кадырова. Одни говорят, что это была поездка замолить какие-то грехи прошлого. Другие говорят, что таким образом ищет поддержку, чтобы именно... Мы знаем прекрасно, да, что за Курскую область отвечает ФСБ, и там Генштаб не курирует, чтобы там появились ахматовцы. Вот почему такой визит Путина, почему он так тепло показывал свои отношения с Кадыровым, зачем это? Мне почему-то кажется, вот он, глядя, ну, когда я смотрел вот эти картину, где Путин приезжает в Чечню, обнимается там, ходит на могилу Кадырова-старшего, и вот все действие, мне почему-то показалось, что некие силы из Кремля отправили дедушку на какой-то временный отпуск на покоренную территорию, где его будут восхвалять и считать самым крутым и самым сильным. До момента, пока они там решат вопрос с Курской областью. Мне почему-то именно вот так показалось. Я не считаю, что Владимир Путин нуждается в какой-то поддержке со стороны Рамзана Кадырова. Или Владимир Путин считает, что Рамзан Кадыров и вообще вот все вот это явление Кадыров, кадыровская структура, она имеет какой-то вес для России, для Кремля и для Путина в частности. Потому что с самого начала кадыровцы, это вот явление кадыровцы, это целиком и полностью продукт Кремля. Вот. И именно кадыровская система, структура помогла российской армии покорить, в данном случае, покорить Чеченскую республику.
Кстати, если говорить об армии, вот мы уже не раз вспоминали Курскую область, знаем, что там тоже появились ахматовцы, знаем, что попадали они в плен. И что интересно, руководитель вот этих ахматовцев, да, Абти Алаудинов, он много уже высказывался после начала этой операции, много как-то неудачно он высказывался. Но последнее, что он говорил, Муса, это о том, что он не собирается возвращать с плена ахматовцев, да, кадыровцев. И уже есть якобы недовольные в самой Чечне, да, и всеми этих пленных. Насколько это шокировало самих чеченцев? Или это нормальная вещь, когда не пытаются обменять своих бойцов? Я не думаю, что в Чечне сегодня найдется кто-либо, даже если там 10 тысяч пленных чеченцев будет, кто-либо из родственников, кто будет способен в открытую сказать, что он недоволен, что он хочет, чтобы его родственника там обвиняли или что-то в этом роде. На сегодняшний день Чеченская Республика находится в таком униженном состоянии, что даже если публично украинская армия выведет на площадь этих пленных и расстреляет их, даже тогда в Чечне ни одна семья публично ничего не сможет сделать. То есть потребовать от власти ничего потребовать они не смогут. Даже в некоторых случаях даже родственники побоятся потребовать от Кадырова, от Алаудинова, чтобы выдали, ну, сделали, поспособствовали тому, чтобы тела убитых их родственников вернули в Чечню. Сегодня ситуация находится именно в таком ужасном положении. А что касается заявления Алаудинова, я считаю, что Алаудинов, находясь сегодня в такой позиции, где ему нужно оправдывать все действия, все непотребные действия, которые сегодня совершает российская армия, оправдываться перед многими-многими там командирами, людьми, президентом Путиным, он вынужден попытаться сохранить вот этот имидж страшного, грозного кадыровца, который был создан еще лет 10-15 назад российской пропагандой. Это... Но украинская армия, вообще украинская составляющая, она успешно развеяла этот миф, что, ну, честно говоря, у украинской армии даже шансов не было предъявить и предоставить, что вот поэтому, вот посмотрите, вот они в бою такие или такие. Потому что в любом месте, где украинская армия могла бы, украинские воины могли бы соприкоснуться с кадыровцами, кадыровцы тут же убегали. То есть они не дают никакого шанса. Да, Муса, и вот появилась тоже информация о том, что якобы сами чеченцы, да, пытаются, военные покупают у разных российских подразделений пленных и потом своих же, да, чтобы обменять. Я имею в виду пленных ВСУ, чтобы обменять, потом искать кадыровцев. Реально ли такой вариант, да, может такое происходить? И насколько это риск для них, да, вот такое делать? Ну, чуть ранее мы, вот где-то полгода тому назад, мы говорили, что кадыровцы стали заложниками той пропаганды, которая была развернута вокруг них, российской системы. Да, и они стали такими ценными пленными, которых можно обменять на одного и более пленного украинца или на какие-то другие вещи можно обменять. И они стали заложниками. Я считаю, что Алаудинову сейчас именно эта российская сторона, российская военная составляющая и предъявляет, что с какой стати мы должны обменивать в ускоренном порядке, обменивать кадыровцев на украинцев, когда они, когда, ну, я думаю, что российская сторона им более явно предъявляет, чем украинская, чем ичкерийская сторона, что вы нигде не воюете, вы нигде не отличились, с какой стати мы должны вас обменивать на кого-то. И поэтому, дабы защитить, во-первых, свою позицию Алаудинов, не быть уволенным, грубо говоря, с этой должности, а это единственная должность, которая позволяет ему быть, во-первых, в эфире, во-вторых, сохранить свою жизнь, и, в-третьих,
быть в таком статусе, в неприкосновенном статусе, вдалеке от Кадырова. Это единственная должность, где вот он может себя вот так вольготно чувствовать. Потеряв эту должность, он превратится в биомассу, которая будет пущена очень быстро в расход, в первую очередь, самим Кадыровым. Поэтому для него очень важно, чтобы постараться вызвать какую-то гордость, постараться заставить тех кадыровцев, которые сегодня находятся в плену, чтобы они вот этот миф поддержали в первую очередь, там, призвав их там напасть ручкой или гвоздем на конвоиров и что-то в этом роде. Да, Муса, если говорить о том, на чем держится вся власть Кадырова в Чечне. Это деньги, это запугивание. Как ему удалось выстроить вот такую вертикаль, когда все пресекается, когда даже слова нельзя сказать? Человек, у человека три класса образования. Человек узнал, что у него должна быть подпись только тогда, когда его назначили президентом Чечни. Этот человек... Это говорит о том, что у этого человека нет ни малейшего понятия о стратегическом мышлении. Вся власть Рамзана Кадырова и его окружения исключительно держится на российских штыках. То есть на российской армии, на российских спецслужбах, на российских деньгах, которые вот обширно выделяются для того, чтобы они хорошо жили и помогали Российской Федерации проливать чеченскую кровь. В данном случае они пытаются заставить задним числом выплатить все долги Российской Федерации, все долги, которые, кредиты имеются в виду, которые они предоставляли Рамзану Кадырову. Мы вам платили, мы вам предоставляли, теперь давайте участвуйте в войне против Украины, докажите вашу лояльность дальше. Да, Муса, а скажите, пожалуйста, может ли существовать Кадыров и его система в Чечне без Кремля и Путина? Или Путин – это система, и после него тоже будут держаться вот эти все рычаги и вот эти связи с центром? На сегодняшний день Чеченская Республика является, если не 100%, но... Если не 120%, но 100% дотационным регионом. В Чечне сегодня нет промышленности, нет экономики, нет своего отдельного бюджета, который мог бы, помочь функционировать республике хотя бы один день. Сегодня Чеченская Республика целиком и полностью зависима от федерального бюджета. Что говорит о том, что Рамзан Кадыров и не видит, и у него страшный сон. Для него это страшный сон, что в один момент Российская Федерация прекратит финансировать, прекратит выделять огромные деньги, которые сегодня выделяются в Чечне. Да, Муса, вот если говорить о регулярных конфликтах, правда ли это, что особенно с ФСБ у Кадырова не очень-то теплые отношения, насколько все серьезно? Или это все только показуха, а на самом деле там все держится одной кучи. Я не расслышал, конфликт с кем? С ФСБ и спецслужбами. У Кадырова же регулярно какие-то происходят. Я бы не сказал, что у Рамзана Кадырова есть какие-то терки с ФСБ и вообще терки со спецслужбами. Потому что есть такой один примечательный случай, когда устраивали мотопробег для бывших участников войны в Чечне из Альфы, кажется, или Вымпел, я не помню, какая-то силовая структура, то один из кадыровцев, наехав на одного из спецназовца, он его просто убил. И это дело было очень быстро, быстро замяли это дело. То есть никакого продолжения, ничего не случилось. То есть никакого конфликта, ничего, потому что если допустить даже саму мысль о том, что российские спецслужбы ненавидят Рамзана Кадырова, это мы допускаем мысль о том, что Рамзан Кадыров может быть независимой фигурой. А это неправда. Потому что у этого человека есть свой куратор. Это полномочный представитель по Северному Кавказу. Этот человек отчитывается обо всем, что происходит в Чечне,
Более того, если Рамзану Кадырову элементарно нужно выехать за пределы республики, или что-то касательно, что-то ему нужно сделать, что касается вне Чечни, то ему нужно посоветоваться именно с этим человеком. Муса, как вы считаете, какие есть слабые места в Кадырова и в его окружении, куда нужно бить, и есть ли эти места? Потому что нужно против этого бороться, но как? Ты имеешь в виду, вы имеете в виду глобальное, куда бить? Новое или глобальное, или, может, вы знаете какие-то подходы, что нужно делать? Я считаю, что Украина очень смотрит сквозь пальцы на самую существенную вещь. Не обязательно, чтобы дроны долетали до Чечни, например. Да? Есть много сегодня пишут о том, что нужно ракетами бить по Чечне, нужно по резиденции Кадырова бить и что-то в этом роде. Это не будет иметь эффекта так, как если, то есть, так как когда Украина на правительственном уровне будет поддерживать правительство Чеченской Республики Ичкерия, будет формировать, то есть помогать формированию армии Ичкерии, будет продвигать именно вот это движение Чеченской Республики Ичкерия. Это вот именно в этом направлении, если Украина будет работать, то я вас уверяю, вы увидите, насколько позиции Рамзана Кадырова и вообще кадыровцев, они ослабнут. Да, Муса, а физически есть, с чего, если можно сказать, лепить армию для ичкерцев, да? Есть люди, которые готовы к этому? Я так скажу. Когда мы увидим нашего премьер-министра в офисе президента Зеленского, разговаривающую на равных с нашим премьер-министром, имеется в виду Зеленский, с Ахмедом Закаевым, и в дальнейшем, если так получится, что будет возможность увеличить потенциал, то подавляющее большинство чеченцев, которые сегодня находятся в Украине, то есть в Европе, очень быстро захотят примкнуть к той структуре, которая сегодня формируется в Украине. Ичкерийской структуре, имеется в виду. Спасибо, Муса. Спасибо за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить про важные процессы. И вот что важное, да, что потенциал есть, и на него нужно указывать, давить и в этом направлении работать. Да. Однозначно есть потенциал. Если действительно Украина хочет ослабить российскую армию, российский режим, то нужно делать акцент на Чечню, на Ичкерию. Нужно открыть второй фронт на территории Чеченской Республики Ичкерия. И вы увидите, насколько слаба Российская Федерация. Спасибо большое. Спасибо. Нагадаю нашим глядачам, з нами був громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ламаєв. Ви обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами традиційно побачимось в ефірі 24 каналу.